Внезапность, инициативность, быстрота, согласованность действий, умелое использование ударных и маневренных возможностей вооружения, военной техники, а также защитных свойств местности, времени суток и погодных условий. Каждое из подразделений специального назначения федеральных органов России имеет свою дату создания и свою историю. Так, спецназ внутренних войск МВД был образован приказом министра внутренних дел 29 декабря 1977 года. Именно с этой даты начал боевой путь свой большой и великий отряд «Витязь». Началом празднования Дня спецназа считается... Медаль за службу в спецназе награждается Бибин Михаил Александрович. Спецназу, да? Молодцы. Спецназ! Да! Отлично. Награждается Жук Денис Евгеньевич медалью за службу в спецназе. Спецназу!